Рабочая поездка председателя правительства Дмитрия Медведева в Рязанскую область началась с посещения семьи Косаревых, которые живут в селе Тюшево, что в Рязанском районе. Многодетная семья недавно переехала в новый коттедж. Дмитрий Медведев отметил, что жилье, построенное в рамках федеральной целевой программы, привлечет в село молодых специалистов и поможет решить кадровую проблему. Далее Дмитрий Медведев посетил новую амбулаторию в деревне Хирино, а также Тюшевскую школу. Кабинеты здесь оснащены новой техникой, в том числе и компьютерный класс. Дмитрий Медведев вручил школе сертификат на автобус для перевозки детей. Далее, уже на заседании президентского совета по реализации нацпроектов, премьер-министр пообещал не сокращать сельские малокомплектные школы. Сельские школы сегодня составляют 60% от общего числа российских школ. Половина из них практически это малокомплектные школы. И, конечно, мы понимаем, что мы в большинстве случаев их будем сохранять, имея в виду, что они будут давать не просто какое-то образование, а образование качественное, современное, и давать равные стартовые возможности для детей. Заседание, на котором присутствовали губернаторы, министры и руководители крупных агрохолдингов, проходило в недавно отремонтированном здании Тюшевского поселенческого дома культуры. Сейчас он фактически стал главным местом отдыха и досуга для местной молодежи. Перед Дмитрием Медведевым выступил местный фольклорный коллектив «Райок». По итогам совещания Дмитрий Медведев пообещал губернаторам продлить федеральную целевую программу по социальному развитию села.